Сегодня россияне писали большой этнографический диктант. Задание изучала Ольга Пырочкина. Санна-кура, стуямба, менгендези, юра, дада, пепсана. Ух ты. О, повезло-то, а? Иностранец. Вот отражение познания россиян на многонациональной культуре своей страны. В прошлом году интернет-журнал «Новый фокус» провел в Москве любопытный опрос. Девушки, здравствуйте. Можно пару вопросов? В связи со сложной политической ситуацией в Европе, республика Хакасия попросила в состав России. Как граждане России, вы не против, чтобы они вступили в состав России? Нет, не против. Хакасия хочет войти в состав России. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Я за. Спасибо. Накануне Дня народного единства в России уже во второй раз прошла масштабная образовательная акция «Большой этнографический диктант». А по сути, тест. Результаты прошлого года таковы. В среднем участники набирали 54 балла из 100 возможных. То есть верно ответили лишь на половину вопросов. И неудивительно. Сотрудники нашей редакции изучили задание этнографического диктанта этого года и пришли к выводу, чтобы правильно ответить на все, нужно иметь либо докторскую степень, либо интернет под рукой. Так вряд ли кто-то постоянно помнит, например, порядок вхождения национальных республик в состав России или количество сказок в сборнике Александра Афанасьева. Тем не менее, поучаствовать в этом году рискнул ведущий программы «Республика» Алексей Иванов. Вот, вопрос задам вам. В годы Отечественной войны 1812 года французская армия называла представителей этого народа северными амурами за их виртуозную стрельбу из лука. О ком идет речь? А. Чеченцы. Б. Карелы. В. Башкиры. Г. Русские. И как ты ответил? Ну, я не помню уже как. Но я ответил Б. Карелы. Правильный ответ В. Башкиры. Их французы сравнивали с античным богом Амуром. Вопросы все достаточно сложные. И для того, чтобы ответить, нужно немного подумать. Но такие вопросы, самым интересным мне показался вопрос, например, как называется оригинальная техника окраски деревянных изделий Нижегородской области? Вы знаете этот вопрос? Ну, я думаю, что это хохлома. Впрочем, цель этнографического диктанта не пристыдить, а лишь вызвать интерес к теме. К примеру, за что жителей пермских земель называли «пермяки соленые уши». Итоги опубликуют 12 декабря на официальном сайте акции miretno.ru. Там же можно найти полный перечень заданий и написать диктант онлайн. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов. Республика.